Вы в прямом эфире. Сейчас наши подписчики дадут нам обратную связь, и мы поймем, что можно начинать. Всем привет, уважаемые друзья. Так, все, ребята подписываются. Собираемся все быстренько, потому что у нас всего лишь 60 минут, чтобы мы смогли сохранить эфир. Давайте пока мы будем, пока присоединяются, в комментариях пишем, какие города у нас сегодня на эфире присутствуют, какие страны, очень интересно. Слышно, видно, отлично. Буквально минуточку мы ждем и будем начинать. Юрмала, отлично. Воронеж, Харьков. За что люблю наш бизнес, то, что его можно строить из любой точки мира и по всему миру. То есть вы не ограничены ни временем, ни суточным, да, каким-то промежутком времени, ни там, где находятся ваши будущие партнеры, ваши знакомые, друзья. Это бизнес-возможность, которую сегодня мы можем, в принципе, предложить любому человеку. Так, Таллин, Архангельск, Пермь, Донецк, Кузбасс. Отлично, ребята. Видите, какие границы и масштабы нашего бизнеса очень большие. Ну, отлично. Пока у нас будут присоединяться люди, я думаю, мы будем начинать, потому что информации достаточно много у нас сегодня будет. Ну и хотелось бы начать с того, что всегда новичкам я даю такую вот схему, да, за счет чего выгодно быть нашим партнером, почему необходимо стартовать именно сейчас в нашем бизнесе. И с теми новыми возможностями, которые сегодня нам дала компания, это возможность, в принципе, доступного входа для любой семьи. У вас есть возможность начать бизнес, либо просто, ну, мы сейчас будем рассматривать поэтапно все возможности, которые предоставляет нам компания Greenleaf. Поэтому давайте приступим. Сегодня время, в которое мы живем, показало, особенно нынешний и финансовый кризис, и кризис с коронавирусом, который произошел. Мы видим, что на рынке сегодня очень многие люди потеряли свои работы, потеряли бизнесы, очень много закрылось магазинов и так далее. Поэтому сегодня я предлагаю вам рассмотреть наш проект Greenleaf как просто дополнительный источник дохода, возможно, для вашей семьи. Это может стать основным источником дохода, как это когда-то стало для нашей семьи. И много вариантов сотрудничества с компанией. Сегодня у вас есть возможность их рассмотреть. Но хотелось бы начать с того, что всех нас объединяет следующее. Кто бы где ни работал, где бы мы ни зарабатывали деньги, в каких городах, нас объединяет один момент. Мы все являемся потребителями. И многие люди не могут понять, в чем уникальность нашего продукта, в чем уникальность нашего бизнеса, в том, что... Перезвони, Виталику. В том, что сегодня как раз у нас есть возможность стать профессиональным потребителем. Что значит профессиональный потребитель? Смотрите, если мы рассмотрим вот схему, каким образом у нас происходит на сегодняшний день, схема покупки в магазине, да? Смотрите, сегодня вы идете в магазин, то есть вы выбираете по своим критериям магазины, кто-то входит в дешевые магазины, кто-то в дорогие, да, бутики и так далее, но неважно. Вы тратите там определенную сумму денег, покупаете там товар, условно, который стоит 100%, но на выходе вы получаете спасибо на чеке. То есть, что получается? Мы сделали товарооборот в магазине, любой магазин как минимум заработал на вашей покупке там 50, там 60, 70%, 100, 200, 300, в зависимости от бренда, в зависимости от того комфорта, который, ну, скажем так, среды, да, которую вам предоставил магазин. И почему эта цена выражается примерно в 100%, потому что, в принципе,
Если мы рассмотрим схему, что от производителя, если мы с вами условно заплатили 100 рублей за продукт какой-то либо, возьмем классическую схему, чтобы она просто была для вас понятна, то, как правило, вот у меня уже автоматически мозг настроен таким образом, что я понимаю, если я покупаю какую-то вещь за 100 рублей, то как минимум ее себестоимость 40 рублей. И я могу оценить, ну, готов ли я в свою семью приобрести такой продукт, да? Почему? Потому что, когда, например, вот этот маркер от производителя вышел, он стоил 40 рублей, то пока он дошел до меня, до потребителя, он прошел ряд посредников. Это крупные оптовики, мелкие оптовики, это реклама, это различные посреднические услуги, это зарплата директора магазина, зарплата продавца. И когда я пришел, покупил для себя вот этот маркер за 100 рублей, я уже автоматически понимаю, что примерно 60 рублей я отдал людям, которые, ну, дали мне доступ к этому маркеру, скажем так, да. Поэтому, если рассуждать в цифрах, а вы знаете, я люблю цифры, то можно следующее спрогнозировать. Если вы зарабатываете, например, 100 тысяч рублей в месяц, то лишь 40 тысяч рублей вы тратите на свою семью, а 60 тысяч рублей вы отдаете людям, которые создают комфорт ваших покупок, сервис ваших покупок и так далее. Что предлагает наша система компании Greenleaf? Стать профессиональным потребителем. Кто такой профессиональный потребитель? Это тот человек, который на собственных покупках зарабатывает деньги. Как это выглядит? Смотрите, схематично. То есть, вот мы и моя семья живет по этой схеме. Есть такая интересная книга, можете, она сейчас уже доступна в различных магазинах. Эра просумента или протребитель, профессиональный покупатель. Как это выглядит схематично? Мы сегодня ходим в свой магазин. Почему в свой магазин? Потому что когда мы приобрели стартовый набор, мы стали партнерами компании Greenleaf. И у нас появилась возможность покупать товар со скидкой. Мы также тратим определенную сумму денег, так же как и вы в первой схеме. Но мы покупаем товар примерно со скидкой 50%, на какие-то товары 70%, на какие-то 50%, но как минимум компания дает нам 50% скидку. И почему она может дать эту скидку нам такую большую? Потому что товар двигается напрямую от производителя. У нас нет цепочки посредников, которые каждый свой кусочек, как говорится, ну, пирога в кармашек кладет, да? Поэтому, так как товар напрямую двигается от производителя ко мне, к потребителю, у компании есть возможность поделиться со мной скидкой, есть возможность, так как я формирую товарооборот, а основа любого, абсолютно любого бизнеса — это товарооборот, и вот основываясь на товарообороте, то есть так как я генерирую для компании товарооборот, то в итоге я получаю на выходе деньги. Вот даже если посмотреть, какая схема более, вот если просто посмотреть, да, возвращаемся, вы пришли в магазин, потратили деньги, купили товар, на чеке спасибо. Нет гарантии качества товара, там никто не заинтересован в том, чтобы вы получили качественный продукт. Задача сегодня, к сожалению, сегодняшней экономики, сегодняшнего рынка, просто толкнуть, скажем так, этот продукт и получить прибыль. Что происходит в нашей схеме? Мы, не меняя своей потребительской привычки, и, дорогие мои друзья, я хочу вам донести, что когда вот мы предлагаем людям эту возможность, они говорят: да мне не интересен ваш бизнес, там, я не хочу строить бизнес. Вы должны понять, вы сегодня уже участвуете в бизнесе. Вы участвуете в бизнесе Пятерочки, вы участвуете в бизнесе Магнита, вы участвуете в бизнесе Перекрестка и так далее, и так далее. Просто подсознательно вы это еще не понимаете. Но задача сегодняшней моей встречи, чтобы вы как раз, чтобы ваш мозг зашевелился, возможно, я вам дам какую-то новую информацию, и вы поймете, что сегодня время профессионалов. И в любом бизнесе выигрывает и выживает профессионал. Но это касается и простого потребителя, который просто научился профессионально делать покупки. И если мы поменяем свою привычку, начнем тратить деньги в своем собственном магазине, покупать товар со скидкой, генерировать товарооборот, на выходе мы будем иметь денежный поток, который будет приходить в нашу семью. Давайте рассмотрим, какие возможности вообще нам сегодня предлагает компания Greenleaf. Приобретая стартовый набор,
А сегодня у нас есть выбор покупки, да, мы чуть позже поговорим. Что дает этот стартовый набор? Ну, прежде всего, это экономия. То есть, даже если вы сегодня не готовы там строить бизнес, там чем-то заниматься, каждый из вас сегодня утром встал, смотрите, почистил зубы. Что он использовал? Зубную пасту, зубную щетку, зубной эликсир, да? Дальше там использовали какие-то крема, побрились. То есть, можно перечислять до бесконечности. Помыли голову шампунем, использовали бальзам, использовали гель там и так далее. То есть, люди просто не задумываются, но на самом деле уникальность всех этих товаров, что они нужны любому потребителю, любому, абсолютно любому. Сегодня я, выйдя на улицу, встречая первого любого человека, я понимаю, что все эти продукты он покупает в любом случае. И он будет их покупать всю жизнь. Этот продукт имеет свойство, самое главное свойство этого продукта, он имеет свойство заканчиваться. Соответственно, это репотребляемый продукт, который кончилась зубная паста, мы пошли купили. Но человек не задумывается, и когда мы предлагаем людям бизнес, он говорит, а это не серьезно, там бизнес на туалетной бумаге, да, там, или там на зубной пасте. Хотя самое уникальное, наверное, средство, которое придумал производитель, это средство для чистки унитаза. Смотрите, человек берет, приходит в магазин, тратит деньги, покупает товар, открывает дома это средство и выливает его в унитаз. То есть это прям прямая схема, да? Поэтому, если мы приобрели для себя стартовый набор, у нас есть возможность просто экономить. Поверьте мне, продукт действительно, ну, премиального класса, качество есть чем сравнить, поверьте мне, за многие годы мы использовали, ну, много различных продуктов премиум-класса, которые не продаются в магазинах. И сегодня я могу заявить, что действительно продукт компании Greenleaf – это высочайшего класса продукт. И то, что он написал, что любая семья может в год экономить от 20 тысяч рублей – это не шутки. Если мы возьмем среднюю доходность там, человека, да, который работает с нами, средняя зарплата в России там, плюс-минус там, 20-30 тысяч рублей – и экономия в год на вот этих товарах, если вы сядете, если вы ведете свой семейный бюджет, а я рекомендую вам просто выработать привычку и просто, ну, позаписывайте цифры ваших доходов и расходов хотя бы на протяжении полугода. Вы будете удивлены, сколько действительно, какой поток, денежный поток тратится на те группы товаров, которые мы ежедневно используем, да, каждая семья использует. Поэтому экономия в год 20 тысяч рублей, это говорит о том, что человек в принципе может не работать один месяц. Правильно? Если он сэкономит. Вторую возможность, которую дает компания, это продажи продукции. Так как мы получили доступ к продукту по оптовым ценам, мы можем спокойно предложить это друзьям, знакомым, там, незнакомым людям. И в случае там какой-то необходимости вы можете начать продавать продукт, и поверьте мне, зарабатывать сразу плюс 100%. При этом ценовая политика компании, которая предлагает нам качественный продукт, позволяет вам продавать этот продукт, например, за 100%, да, со 100% накруткой. При этом эта цена будет комфортна для потребителя. Эта цена будет сравнима с Пятерочкой, с Магнитом. А если мы будем сравнивать с другими сетевыми компаниями, то наша 100% цена будет практически как закупочная цена во многих компаниях дистрибьюторских. Поэтому это большой плюс. И поверьте мне, если даже все у вас прекрасно в жизни, вы себя хорошо чувствуете, все классно, никогда не помешает плюс дополнительный источник дохода. И когда наступают какие-то там, ну, не очень хорошие времена, вы всегда можете, если вы используете продукт, всегда можно классно порекомендовать. Для этого у нас есть отдельные школы, как мы это делаем, профессионально, не стыдясь этого, да, и заработать там какой-то плюс 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. Знаете, бытует такое еще мнение, да вот как-то мне неудобно предлагать людям там сетевой бизнес. Поверьте мне, люди смотрят на конечный результат. Когда вы приедете к ним на новом Porsche или даже на бэушном Porsche, никто не спросит, что вы продаете, мыло, туалетную бумагу или вы продаете Мерседесы. Да, престижно продавать Мерседес, но задумайтесь, как много знакомых среди ваших друзей на прошлой неделе купили новый Мерседес или бэушный Мерседес. Много ли из ваших знакомых или друзей купили в прошлом году Мерседес? Ну, Мерседес престижно продавать, а мыло не престижно и зубную пасту, да? Но зубы сегодня почистили все. И после эфира, я надеюсь, вы тоже это сделаете.
Правильно? А у кого-то сегодня закончится зубная паста, и он снова пойдет в магазин и ее купит. Поэтому уникальность вот этих товаров, вот именно в этой фишке. Дальше. Для меня очень большой аспект, на что я сосредотачиваю свое внимание, это возможность строить сеть. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Возможность строить сеть и возможность открывать магазины. Я не встречал сегодня до Greenleaf компанию, которая позволяла бы дистрибьюторам, да, сетевым дистрибьюторам открывать точки розничных продаж. Это большой плюс. Почему? Потому что иногда приходишь к предпринимателю, предлагаешь там бизнес, начинаешь рисовать кружочком, он говорит, это не серьезно, не для меня, я вот открыл розничную точку, вот у меня есть магазин, я хочу продавать твой товар. Но многие компании это запрещают. Greenleaf это приветствует. И сегодня, забегая немножко вперед, те бонусы, лидерские бонусы, да, которые сегодня есть, мы можем понимать, что пройдя определенный путь, у нас есть возможность с каждой проданной продукции получать определенную долю. Это вообще просто класс, это просто вот сносит, я не знаю, просто, у меня даже нет слов. То есть каждая зубная паста, проданная в любой точке мира, в моей сети, она будет приносить прибыль для моей сети, для моей семьи. Так же, как это может прибыль давать для вашей семьи. Так вот, четыре основных направления, которые это экономия, это небольшие продажи, это построение сети и это открытие магазина. Давайте посмотрим, как можно стартануть. Стартануть сегодня в компании у нас появилась замечательная возможность. Мы очень рады, что компания дала возможность стартовать с небольшой суммы, да, людям. Почему? Потому что не каждому было доступно, ну, предыдущий старт, да, который был за почти 30 тысяч рублей. И сегодня у нас есть разные виды стартовых наборов. У нас есть бронзовый стартовый набор, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый и коронованный. Бронзовый набор, мы на нем как бы сегодня остановимся. Бронзовый набор — это набор продукции, это коробочка, которая позволяет вам стартовать в бизнесе. В ней содержится определенный продукт. На выбор сегодня есть 5 различных наборов, причем с суперским насыщением продукта. Каждый, любой человек сможет выбрать для своей семьи набор там, здоровья, набор красота, там, набор витаминов, набор по уходу там, за домом, неважно. То есть, да, сегодня не цель моей встречи как бы прорекламировать вам продукт, товар, а цель встречи именно показать возможность бизнеса. Юль, как-то меня в эфире не видно вот тут. Мне не нравится это. Если чуть удалить, нормально будет видно, чтобы... Да я только что видно, приблизила, да? Чтобы было видно. Не надо. Что мы получаем? То есть, когда мы регистрируемся стартовый, когда мы приобретаем стартовый набор для себя, мы получаем определенную покупку, ну, коробку, да, с определенным набором продукта. Это нам позволяет занять место в бинаре. Но в зависимости от вашего стартового набора, который вы приобретаете, у вас определяется статус в компании, ваш статус в компании. И чуть позже мы будем говорить, чем отличительны эти статусы и какие как бы направления, какие возможности дает каждый статус. Но хотелось бы сказать о том, что когда мы стартуем в компании, заплатив 7000 рублей за стартовый набор, да, или 14, или 21, мы в дальнейшем получаем отличительную, разную доходность по второму виду дохода. Чуть позже мы тоже к нему перейдем, отдельно будем с вами обсуждать, но просто расскажу, что бронза позволяет вам зарабатывать 5% от бинара слабой ноги. Серебряный набор 6, далее 7, 8, 9 и 10%. И также есть суточное, ребят, посмотрите, суточное ограничение, которое позволяет нам по второму, опять же, виду дохода, да, вернее, по второму виду дохода получать или $100, 180, 300, 529, 550 и $570 в сутки. Это существует такое ограничение. Также в подарок компания дарит вам при покупке первого стартового набора подарочные купоны, электронные деньги, которые как раз позволяют вам получать вот эту скидку.
То есть, придя в магазин, покупая там любую позицию, например, зубная паста стоит условно 100 рублей. Вот живых денег за этот продукт я заплачу 50 рублей, а 50 рублей у меня спишется из моего кабинета электронными купонами. Так вот, стартанув 7000 рублей, вы получаете продукта там где-то, ну, в зависимости какой набор, 4000, 5000 рублей продукта. И 20 тысяч рублей скидки. Соответственно, если вы смотрите серьезно на этот бизнес, да, все те партнеры, которые до сегодняшнего дня вошли в бизнес, у нас был вот такой вот набор платиновый. Он давал нам 102 тысячи купонов скидочных, то есть у меня есть 102 тысячи рублей скидки. Каждый из нас ходит там в Пятерочку, да, в Магнит. Ну вот в Пятерочке сколько надо денег потратить, да, чтобы у вас накопились бонусы и потом купить батон, например, себе. Но это надо ходить, не знаю, недели две или три, а может и месяц, ну, в зависимости от ваших трат. Это живые деньги, это купоны, которые мы можем использовать при покупке товаров, экономить для себя и при этом как бы зарабатывать на дальнейших покупках. Ну, теперь перейдем к, непосредственно к возможности. Возможность, которую сегодня нам дает компания Greenleaf. Возможностей у нас очень много. Компания выплачивает нам около 9 видов бонуса. И у каждого партнера, я думаю, в электронном виде вы получили уже слайды. Если кто-то из на этом эфире присутствует новенький, обратитесь к тому человеку, кто скинул вам ссылку на эфир. Если непосредственно мои лично приглашенные, обратитесь ко мне, и мы более подробно с вами разберем. Рассмотрим первый вид бонуса, возвратный бонус. Первый вид бонуса, возвратный бонус. Что он позволяет вам получить? У нас смешанный маркетинг-план. У нас есть и бинарное построение структуры, и линейное построение структуры. Так вот, размещение, когда вы покупаете стартовый набор, например, вот есть какая-то структура, да, там структура строится. И вот, например, зарегистрировались вы. Вы решили приобрести для себя стартовый набор. Для себя можно определиться. На предыдущем слайде написал, но не сказал. У каждого партнера сейчас есть возможность 60 календарных дней с момента старта. То есть, если вы регистрируетесь сейчас, у вас есть 60 календарных дней для того, чтобы повысить свой статус. То есть, вы можете зайти на маленький пакет там за 55 PV, да, за 7 тысяч рублей, или стартануть сразу на 14 тысяч, или стартануть сразу на 28 тысяч рублей. И при этом у вас будет 60 дней, это как бы программа быстрого старта, компания вам предлагает, ну, зарегистрировать контракт, войти в компанию, сразу же начать зарабатывать здесь и уже на заработанные деньги сделать себе апгрейд, повысить статус, чтобы в дальнейшем больше зарабатывать денег по маркетингу. Поэтому, что касается новеньких людей, не упустите этот шанс. Что касается, дорогие партнеры, сегодня я хочу пожелать, чтобы каждый из нас выжил из себя все соки и воспользовался уже 58 днями, да, потому что сегодня второе число, до 30 мая у всех старых партнеров до 30 мая, 31 уже не прокатит, а лучше 29 это сделать. Сделать, повысить статус для того, чтобы больше получать по маркетингу. Так вот, рассматриваем первый вид бонуса, возвратный бонус. Мы видим, что у нас есть разные пакеты, и возвратный бонус позволяет нам, независимо от того, кто привел людей в систему, получать, ну, скажем так, спасибо, да, бонус, комплимент, спасибо от компании, возвратный бонус. В зависимости от того, какой пакет будет под вами подключаться, не зависит от того, привели вы этого человека или привел его вышестоящий спонсор, то есть это не имеет значения, вы получаете возвратный бонус. За бронзовый пакет, например, под вами вошел пакет на 55 PV, вы получаете 0,1 условную единицу. Например, здесь подключился под вами партнер на 275 PV. Вы получаете 1,5 условной единицы возврат, просто, ну, бонус спасибо, скажем так, от компании. По этому виду дохода
этот вид дохода выплачивается до 20-й глубины, то есть вот это первый уровень глубины, вот так подключился второй человек, это от вас второй уровень глубины, третий уровень глубины и так далее. Этот бонус выплачивается до 20-й глубины. То есть, даже если, например, рассмотрим вот такой пример, то есть вы заняли место в бинаре, вы приняли решение, потому что именно фактор скорости принятия решения в бинаре позволяет как бы, ну, зарабатывать очень хорошие деньги. Например, вы встали в систему, вы еще ничего не понимаете, как бы вот просто вас сказали, давай вставай там туда-сюда, и под вами начали подключаться люди. Хоп, первый подключился, там 275 пили, вы получили за него $1.5 возврат. Потом вошел крупный предприниматель, да, там, который купил себе, например, сразу три места по 275 пили. Вы еще по $1.5 за каждый получили. И вот в зависимости от того, на какой пакет вы вошли по статусу, то есть вы можете вернуть возврат денежных средств также по статусу от вашего пакета. То есть если вы, например, вошли на бронзовый пакет, на самый малый за 7000 рублей, то, соответственно, вы можете вернуть 55 условных единиц, серебро 110 условных единиц, золото 165, ну и так далее. Это не такой прям серьезный бонус, поэтому не хочу на нем заострять свое внимание. И перейдем к следующему виду бонуса, который дает уже более серьезные деньги. Второй вид бонуса называется командный бонус. Этот вид бонуса позволяет нам уже зарабатывать совершенно другие виды дохода. И как этот бонус работает? Смотрите. То есть вы также, ну, например, есть спонсорская какая-то нога, и вы также занимаете место в команде. То есть вы зарегистрировались. Вот именно от того, на какой пакет, подчеркиваю внимание, да, на какой вид, на какой пакет вы изначально зарегистрировались, вы будете получать процент от бинара. Что это такое? Давайте по-простому буду рисовать. У нас в бинарном маркетинге строятся две ноги. То есть у вас есть левая команда и правая команда. Все. То есть в отличие от линейного маркетинга, да, от классического маркетинга, где все мои приглашенные люди, они выстраиваются в первую линию. Здесь построение происходит именно в бинар. И что происходит? Смотрите. В зависимости, ну, давайте мы рассмотрим разные сейчас примеры. Почему? Потому что, ну, как бы вот именно на примерах вы сейчас поймете. Например, вы зашли на 55 PV, на малый пакет. Вы вошли на малый пакет, 55 PV. Соответственно, если вот этот человек зашел на 55 PV, и еще вы человека поставили на 55 PV, то по второму виду дохода, который называется командный бонус, почему я рассматриваю каждый отдельный вид дохода? Потому что у нас начисление происходит ежедневно в кабинете. И в кабинете вы будете видеть, там первый вид бонуса вы получили, там идет расшифровка по первому виду бонуса, сколько вы получили денег. По второму виду бонуса, сколько вы получили денег. Поэтому, чтобы не запутать, мы сегодня разберем вот такие варианты. Соответственно, если вы вошли на 55 PV, мы получаем 5% от бинара. В данном случае, как это будет считаться? Внутренний курс в компании 1 PV равен 70 рублей. Внутренний курс. И что получается? То есть мы видим, что в данном случае у нас равная, да, команда, то есть, ну, как бы одинаковые пакеты, поэтому неважно, какой пакет мы будем считать 55 PV, вот 55 PV умножится на 5% и умножится на 70 рублей. По-моему, получается 2,75 УЕ. Если я не ошибаюсь. То есть, ну, вот эти цифры не принципиально. Принцип понять, вот именно принцип начисления, да? Чтобы еще проще вам было понятно, всегда в бинаре будет одна нога обгонять другую.
И возьмем просто пример именно для понимания этого бизнеса. Для понимания этого бизнеса возьмем зарядочку поставить. Такой пример. Например, вот эта нога у вас уже выстроена, да? Здесь есть люди, какой-то объем. Возможно, чем интересен бинар? В бинаре нужно найти двух активных человек, которые будут делать то же самое, что и вы. Соответственно, вы, придя в компанию, научились делать определенные шаги. И задача найти таких же заинтересованных людей, которые смогут вас повторить. Поэтому всегда задумывайтесь о том, какие действия вы делаете, и даже о том, о чем вы думаете, потому что дубликация – это страшная вещь. Если вы ничего не делаете в бизнесе, ничего не будут делать и ваши партнеры, к сожалению. Но это факт и это правда. Так вот, смотрим. Так как мы получаем 5%, вот это у нас, скажем так, сильная нога. Как правило, рано или поздно, ну, по бинару, как бы, вот это большая нога, да? Мы вот эти проценты имеем с малой ноги. Например, смотрим. Вот тут у нас подключился человек, сразу вошел на платиновый пакет за 275 PV. Соответственно, так как мы получаем 5%, у нас что получается? Как будет расчет происходить? 275 PV умножается на 5% и умножается на 70. Получили какую-то цифру. Дальше. Рассмотрим, в чем разница пакета. Смотрите, если вы изначально бы зашли, например, на пакет 275 PV, то вы бы получали уже не 5% от слабой ноги, а 8% от слабой ноги. И при регистрации человека в эту команду на пакет 275 PV, ваш бонус уже бы считался... 275 PV уже бы умножилось на 8% и умножилось на 70. Понимаете? Теперь, для тех, кто в теме, почему очень важно сейчас за вот эти 50 оставшиеся 8 дней сделать апгрейд до пакета корона. Потому что вы бы получали, если у вас будет коронованный пакет вот здесь, за 1650 PV, то вы от бинара уже будете получать аж 10%. То есть поймите разницу. Работу надо будет делать одну и ту же. Неважно. То есть смотрите, когда мы встречаемся с человеком, мы затрачиваем время. Мы даем ему информацию. Естественно, мы пытаемся правильно, профессионально запустить человека, чтобы он не упустил свою выгоду. И что касается партнеров. Всегда вот говорю партнерам своим, что... Мы не просящие, мы дающие возможность. Не надо идти к людям и просить, подключитесь там ко мне в бизнес. Не надо, все, эти времена прошли, они остались вот в 20 веке. Сейчас будет выживать профессиональный сетевик. Для этого надо оттачивать свои навыки, надо постоянно совершенствоваться, надо читать книги, надо посещать тренинги и так далее. И когда у вас будет уверенность, вы будете приходить к человеку, и говорить, у меня сегодня есть для тебя возможность. И поэтому, естественно, когда мы проделываем одну и ту же работу, есть разница получить 5% или 10%, в два раза больше, скажем так, да? Ну, я думаю, есть разница. Поэтому задача сегодня сделать апгрейд и получить 10%. Потому что тот же самый бонус, мы бы умножили 275 PV на 10, да, процентов, и умножили бы на 70%. И тут получаются очень большие колоссальные цифры. Мы с Виталиком просчитывали. Разница в год получается там в несколько десятков тысяч долларов. Понимаете? И все начинается вот на вот этих мелочах. Но их нужно всегда просчитывать. Поэтому в зависимости, еще раз говорю, от того, какой у вас будет пакет. То есть будет вот этот именно второй вид бонуса рассчитываться... Вы будете получать или 5%, или 6%, или 7%, или 8%, или 10% от слабой ноги. То есть это очень важный момент. Вопрос. Да, вопрос. Что нужно сделать, чтобы перейти на следующий пакет? Что нужно сделать? Хороший вопрос. Смотрите, у нас пакеты, ну сегодня мы будем говорить, да, о следующем. Например... Если мы говорим о тех, кто уже вошел, у нас сейчас есть пакет 275 PV.
Вот по вот этой таблице, по первой, да, где вот на первом слайде, у нас кратно, наши пакеты идут кратно 55. То есть следующий пакет, на который мы можем перейти, для нас это уже пакет будет, где он там, пери, 1800, куда-то этот слайд я убрал, 825 пери, да, следующий пакет для нас будет, например. Если этот человек стартовал на 55 PV, например, на 55 PV за 7000 рублей, новичок, то у него есть возможность перейти, например, ну, на следующий уровень, я считаю, который необходимо перейти, это на уровень 275. Соответственно, ему необходимо купить плюс 4 новых пакета по 55 PV. И если вы внимательно меня слушали, я вначале сказал, что компания на сегодняшний день нам предлагает 5 разных наборов. То есть, например, если человек зашел на один набор, он может купить себе еще 4 разных набора продукции, получить дополнительно за каждый набор по 20 тысяч купонов, то есть у него общая сумма будет 100 тысяч купонов. Да? Если, например, мы говорим о большом старте, ну, например, о пакетах 275 PV, то мы можем докупить дальше, то есть можно, когда у нас вот этот 275, мы видим, сколько здесь, 3 пакета, да, то есть у нас 825 входит, то мы можем докупить вот до вот этого уровня, плюс 2 пакета по 275 PV я могу купить. Либо я могу до 825 купить, ну сейчас не буду считать, сколько, по 55 пакетов, там 5-10 пакетов маленьких. Например, я сейчас буду делать апгрейд на коронованный пакет, и я для себя принял решение, что я буду покупать маленькими пакетами, хотя по деньгам это будет дороже, но с точки зрения, так как у меня очень много мест в бизнесе Greenleaf. Да, нет. И вопрос такой же. Получается, что несколько мест в компании. Да, да, несколько мест. Нет, не путайте. Нет. Когда мы делаем, то есть вы можете изначально купить несколько мест. То есть можно купить, вот смотрите, то есть можно купить, например, вот, например, сейчас, если заходит новичок, нужно объяснить, ну это отдельная тема будет, золотой треугольник. Например, чтобы зайти раньше на золотой треугольник, нужно было почти 90 тысяч, да? Сегодня можно зайти, например, 55. По деньгам это всего лишь 21 тысяча будет. Вы заняли места в бинаре. Это отдельная тема, почему это выгодно. Но, например, если вы хотите доапгрейдить вот это место до 275, мы покупаем вот здесь плюс 4 пакета. Будет такая функция в кабинете. Мы докупаем 4 пакета, и у нас это место превращается уже, его статус меняется. То у вас был статус бронзовый, а этот статус становится платиновый. Поэтому не путайте эти моменты. То есть можно по-разному, это разные места регистрационные. Но если мы говорим о повышении статуса, о апгрейде, то это повышается статус непосредственно ваш. Вот у вас есть номер РУ, просто ваш статус сегодня, если вы, ну, до этого были зарегистрированы, ваш статус платина. И в зависимости от того, на какой дальнейший статус вы хотите перейти, там бриллиант или корона, вы можете, соответственно, или купить, например, 2 пакета по 275, да, тоже прекрасные наборы, тоже есть чем выбрать, да, там есть стакан, например, есть косметика. Но так как у меня этих наборов много, я принял решение, что я лучше куплю много маленьких наборов, потому что там выходят классные новые суперпродукты, глюкозамин для спортсменов, пробиотики, витамины, омега-3, ну, масло криля, да. Дальше там выходит у нас новый кофе с кордицепсом, очень как бы вкусный. Если это тот кофе, который мы привозили, нас угощали в Малайзии, это просто бомба. Он, у него такой вкус, ребят, вот, ну, его просто пьешь, и что самое классное, оно постоянно заканчивается. Это постоянно новые покупки, это постоянно новый товарооборот. Поэтому по командному бонусу более-менее как бы объяснил. Давайте еще есть какие-то вопросы по командному бонусу. Ребят. Юль, смотри, что там, пишешь что-нибудь.
То есть, еще раз подчеркиваю, по командному бонусу также, смотрите, у нас есть ограничение. На пакете 275 PV, на всех наших старых пакетах, у нас было $529 в сутки мы могли зарабатывать, да, ограничения по парам, по бинарным. Вопросов пока не вижу. Ну, поэтому, там спрашивали, Света ответила. Да, поэтому дальше, повышая статус, если у вас будет бриллиантовый пакет, следующий уровень, ограничение в сутки будет уже $550. А если взять пакет корона, то ограничение будет $570. Ну, даже математически посчитать, смотрите, разница $40. Умножить, если на месяц, потому что задача максимально выйти по этому виду бонуса, то есть особенно если вы зашли на треугольник, задача первое место разогнать, чтобы максимально получать по парам. Разница $40. Если умножить на 30 дней, это получается $1200 в месяц. Понимаете? А если это умножить еще на 12 месяцев, это сколько получается у нас? Нолик прибавляем, ну там 12 240, 12240 долларов в год. Поэтому, что касается апгрейда и пакетов, в принципе, рассказал. Двигаемся дальше. Следующий вид дохода, это у нас называется бонус за уровни. Третий вид дохода, который позволяет вам, вне зависимости, подчеркиваю, вне зависимости от того, на какой набор вы зарегистрировались, получать разную доходность. Смотрим. То есть, вот вы зарегистрировались. И в зависимости от того, какие у нас будут входить статусы, да, какие пакеты будут заходить в бинар, как вообще работает этот бонус? Давайте рассмотрим. Да? Смотрите. Третий вид дохода. Бонус за уровни. То есть от вас, еще раз, есть левая и правая команда. Как только появляется раз человечек, два человечек, мы видим, что это получилось. Это вы, это от вас первый уровень глубины, это первый уровень глубины в каждой команде. Так вот, как только происходит новое размещение в разных командах на новом уровне глубины, срабатывает этот бонус. То есть если пары мы получаем вне зависимости, там, где люди располагаются, там просто срабатывает процент от бинара, то этот бонус срабатывает именно следующим образом. То есть, что мы получаем? Смотрите, то есть тут зависит от, будет зависеть от пакетов, которые входят в бинар, и будет бонус выплачиваться от того пакета, ну от меньшего, скажем так, пакета. На слайде это бонус за уровни, да, мы видим, что если, например, давайте пример рассматривать, если вот тут зашел, например, 55 PV пакет и вот здесь 55 PV, то мы получаем по этому виду дохода $16. Опять следующий подключился, 55, $16. Плюс те деньги, которые мы ранее проговорили, да? Дальше смотрим. Следующий уровень у нас зашел. 275 пакет. 275 пакет. Мы получаем $88. Ну, 88 условных единиц. А теперь рассмотрим следующий пакет. Смотрите, как может произойти. Вот давайте прям реальную картинку нарисую, да? Смотрите. То есть, это у нас второй вид глубины, это третий уровень глубины. И может произойти так, что, например, вот эти люди встали, а вот здесь начала расти команда. И вот тут подключился человек, например, да? А здесь вот так вот подключился человек. Здесь вот сюда подключился человек. Срабатывают второй вид бонуса. Но, например, вот этот человек начинает подключать сюда новый. Смотрите, он как бы... Знаете, вот я объясняю людям всегда, он как бы пробивает новый уровень, да? Перешел куда? На четвертом, у нас же еще в этой команде нету человека.
И на четвертом уровне глубины у нас появился пакет. Например, здесь пакет у нас вошел на 275 PV, а этот человек вот в свою команду, вот это разделяет, да, это левая, это правая команда. То есть, а этот человек привел вот сюда, смотрите, пакет на 55 PV. Так вот здесь бонус роста сработает от меньшего пакета. Вот здесь в данном случае мы получим $16. Понятно, да? Теперь давайте рассмотрим другой пример. Например, сегодня человек вошел на 55 PV. Ну, бывают такие, знаете, вот приходят люди, говорят, я готов работать, но на начальном этапе у меня нет больших финансовых возможностей, чтобы войти сразу хорошо, профессионально, но я готов работать. Вот чем хороши сейчас вот эти пакеты. То есть даже если человек зашел в бизнес на 7000 рублей, но, например, он принял решение двигаться, смотрите, он идет и подключает двух предпринимателей. А почему выгодно такого предпринимателя, ну, подключить предпринимателя? Например, он пришел к человеку, говорит, я хочу подключить тебя. Например, человек говорит, все, вот мне интересно, я хочу открыть магазин. Так как он, ну, почему ему нужен большой пакет этому человеку? Потому что он сразу получит, если вот, например, он сюда подключает пакет за 1650 PV, а человек подключает себе такой большой старт. Для чего? Потому что он получит 600 тысяч купонов. То есть, если человек открывает магазин, он говорит, все, я готов вложить, например, там полмиллиона, да, для того, чтобы, ну, в товар именно, не в старт бизнеса, а в товар. Для того, чтобы ему купить на полмиллиона продукции, ему нужно полмиллиона купонов иметь. Поэтому он приобретает большой такой набор. И, например, у этого человека есть два друга, которые хотят открыть магазин, например. Он подключил сюда $1650, ой, пакет, и сюда 1650 PV. За вот эту вот глубину, ну как, по этому виду дохода, человек сразу заработает $440. 4 на 7, ну грубо говоря, 28 тысяч. Ребят, он сразу же окупился и заработал плюс 20 тысяч рублей. Назовите мне, пожалуйста, хоть один бизнес, который можно начать с 7 тысяч рублей, с нулевыми знаниями, пройти базовую какую-то школу обучения, самое главное, выполнить определенное действие и получить сразу прибыль 20 тысяч рублей. Сразу, понимаете, сразу. Не надо арендовать магазин, открывать там какие-то площадки, там, ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть это совершенно иной, как бы, вид бизнеса. Поэтому сетевой маркетинг сегодня, сетевой маркетинг, это как раз возможность стартовать с небольшого источника, с небольшой, как бы, инвестиции, но получать очень хорошие деньги. У нас, похоже, будет заканчиваться время. Наверное, нам придется прерваться, и мы записать эфир. И дальше мы продолжим. Хорошо, ребят? Потому что мы только дошли до третьего уровня дохода, а у нас еще, как бы, есть, ну, виды дохода. Поэтому давайте по третьему виду дохода.